Привет! Мы расскажем самые интересные новости «Дома-2». Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры «Дома-2» на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Похоже, что Саша Шева и Арай Чебанян тоже будут принимать участие в конкурсе «Свадьба на миллион». Ребята прилетели с острова любви на поляну. Ходят слухи о том, что Дима Дмитренко и Ольга Рапунцель ушли в декрет. Они обязательно вернутся, но пока непонятно когда. Юлия Ефременкова срочно покидает Сейшелы, возможно, и проект. Она делает это из-за матери. Юлия рассказывает, что в последнее время Алевтина Анатольевна чувствует себя все хуже и хуже. Она нуждается в постоянном уходе. Юля собирается купить квартиру в Москве и в скором времени перевести к себе свою маму. Как вы помните, Ольга Бузова отдыхает в Таиланде в компании Тимура Батрутдинова. Тимур объяснил журналистам, что связывает его с Ольгой. «Прекратите уже женить нас. Мы холостяки на отдыхе и делаем, что хотим. Мы с Ольгой дружим уже 13 лет. Да, это дружба на грани, но думаю, мы сами разберемся». Бузова прокомментировала публикацию Тимура. Она спросила, действительно ли он верит в дружбу между мужчиной и женщиной. Этот вопрос прозвучал как намек. Недавно Вика Романец решила вплотную заняться своей фигурой. Лучшим вариантом она посчитала неправильное питание и спорт, а чистку организма. Судя по кадрам из сторис, ей действительно удалось похудеть. Но выглядеть лучше она не стала, ее живот теперь стал дряблым и свисает как гармошка. В сети поползли слухи о том, что гражданский муж бросил Лизу Шароху с грудным ребенком на руках. Лиза сильно переживает, она написала проникновенный пост о жизни, любви, чувствах и людях. Она теперь понимает жизнь и знает, что навсегда ничего не бывает. Люди приходят и уходят, и даже те, кто остаются, когда-то тоже уходят. Несколько месяцев назад Лиза впервые стала мамой, но замуж так и не вышла. Бывший гражданский супруг был очень щедр. После рождения ребенка в подарок Лиза получила квартиру в центре города и дорогой автомобиль. В сети появились фото Жени Феофилактовой со светского мероприятия. Обтягивающее платье девушки подчеркнуло ее лишние килограммы. Очевидно, что Женя располнела. Некоторые предполагают, что она в положении. Лилия Читрару решила вернуться к естественной красоте. Она сдула силиконовые губы. Элина Камерен в своем видеоблоге продолжает раскрывать секреты «Дома-2». Она высказалась по поводу недавнего ухода Алексея Михайловского. Бывший продюсер уверяет всех, что он принял это решение добровольно. Но Элина-то точно знает, что мужчину попросили уйти. Элина говорит, что это именно Михайловский развалил проект. А уже новому руководству предстоит все исправлять. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры «Дома-2» на канале ТНТ.